Сборы – это непростое время, потому что это очень сложно. На нас ложится большой груз ответственности за то, чтобы ребята были полностью сосредоточены только на футболе во время сборов, подготовка к сезону. И поэтому мы проводим очень много времени за тем, чтобы не упустить ни одного нюанса. Во время сборов мы отвечаем за подготовку тренировочной формы, инвентаря для тренировок, чтобы ребята полностью могли сосредоточиться на тренировке, на подготовке к ней и не думать о других каких-то своих заботах. Во время сборов футболист должен быть полностью одет, обут, и всегда все должно быть чистое. Поэтому мы очень тщательно следим за тем, чтобы форма стиралась, чтобы она раскладывалась и, в принципе, чтобы ребята были опрятные и аккуратные. В последнее время клубом было приобретено очень много необходимого инвентаря. И мы делаем так, чтобы это всегда было у тренеров под рукой. И они ни в чем не нуждались.